В четверг Заволжский районный суд вынес решение об аресте водителя такси-тройка Альберта Магомедова. 39-летний таксист стал виновником ДТП со смертельным исходом. 19 августа на Октябрьском мосту машина Магомедова вылетела на встречку, где столкнулась с двумя иномарками. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. В его машине в момент аварии находились две женщины, близкие и знакомые. Пассажирка на переднем сиденье получила смертельные травмы и позже скончалась в реанимации. Сзади сидела бывшая супруга Магомедова, она сейчас с травмами в больнице. Таксист получил легкие повреждения и смог присутствовать в зале суда. Следствие заявило ходатайство об аресте, которое суд удовлетворил. Обвиняемый после того, как его достали в больницу Мисс Соловьева с травмами после ДТП, он скрылся с больницы, покинул точнее больницу. Потом несколько дней до него следствие дозвониться не могло. О себе он не сообщал, где он находится. Пришлось обвиняемого объявлять в розыск. Следствие пришло к тому, что необходимо просто-напросто избирать меру пресечения, как задержание под стражу, так как регистрация постоянная у него вообще в Республике Дагестан. Вот. И, как сказал ранее, то, что по регистрации, по месту пребывания он не проживает.